Но у меня в этом году произошли изменения. Как вы все помните, у меня есть сад, был сад трав, и в принципе немножечко трав осталось. Но вместо основной массы трав у меня Гравийный сад. появился мини-садик. В прошлом году я делала видео, как подробно сделать этот садик, и внизу будет дана ссылка. Это такая веселая история. Здесь гномик рассказывает всем свои сказки. Итак, как же делается гравийный сад? Ну, первое, что мы делаем, это выкапываем где-то 15 сантиметров В глубину. пространства, которое мы собираемся отдавать гравийному саду. Туда укладываем или пленку, если это небольшое пространство, или лутрасил, нетканый материал, лучше черного цвета. Ну, в принципе, это, в общем, не имеет никакой разницы. Для того, чтобы все-таки как-то, да, перед этим надо не забыть, когда мы выкопали яму, хорошенько эту землю, которая там осталась в ямке, вскопать и вынуть все сорняки, которые там были. Затем укладываем вот эту пленку. И после этого мы засыпаем на 7-10 сантиметров сок для того, чтобы растения не прорастали. И уже сверху мы кладем гравий и укладываем камни. Это вот нам обеспечит ближайшие 3-4 года нормального существования. Но Попадает. земля сверху, и растения начинают прорастать совершенно неожиданно, в общем-то, везде. Поэтому каждые 4-5 лет лучше это все делать заново, снимать этот гравий, или, что проще, можно брать рудап или лантрел и те растения, которые выросли, их поливать этим, чтобы они пропадали. И тогда, в общем, надолго сохранится ваш гравийный сад. Жил лесу дремучим гномик, жил и не тужил. Сам себе построил домик, песенку сложил. Гномик с песенкой веселой по лесу бродил. Для зверят открыл школу, петь их научил. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, как загадочна земля. Разгадать загадки мы должны. Чтобы многое узнать, надо слушать и читать. Для того глаза и уши нам даны. Для того глаза и уши нам даны. Вот лишь два-два. Чайки будет хоровод. Белки, суслики и зайки, ежик и енот. Все поют, кто пожелает, гномик очень рад. Даже волк не обижает маленький зверят. Вот я пою замечательно, и учиться мне не надо.